Добрый день, дорогие зрители! Вы на канале, где каждый день мы говорим о том, что происходит в мире кинематографа и искусства. Не забывайте подписываться, ведь новые свежие сюжеты мы выпускаем каждый день. Один за другим уходят яркие актеры. Именно такая повестка буквально не сходит с главных газет нашей страны, ведь по непонятной причине каждый день мы вынуждены прощаться с очень разными актерами. Здесь и те, кто создавал еще советский кинематограф, и те артисты, которые только вступали на путь актерского искусства и ушли молодыми. К огромному сожалению, сегодня мы рассказываем именно о такой потере, ведь нам приходится прощаться с актером Максимом Герцевым, который ушел в возрасте всего-то 25 лет. Точные причины его ухода пока хранятся в строжайшем секрете, исследователи их не распространяют. Также на этот счет не говорят и близкие люди. За свою творческую карьеру Максим Герцев сыграл множество театральных ролей, его высоко оценили критики, и вполне возможно, что его ждала большая актерская карьера. Мы приносим самые искренние соболезнования. Каждый день на этом канале говорим о том, что происходит в мире кино. Не забывайте подписываться, и пусть все беды обойдут стороной.